Всем здравствуйте! Зрители настолько привыкли к лысому образу Иосифа Пригожина, что никак не ожидали однажды увидеть его с пышной шевелюрой на голове, но продюсер умеет удивлять. Накануне он появился на съемочной площадке в абсолютно новом имидже. Прохор Шаляпин показал фото, на котором Пригожина едва можно узнать. Он похудел, обзавелся кудрями и помолодел лет на 15. Ведущий вряд ли сделал операцию по пересадке волос, ведь после нее требуется долгий период реабилитации. Скорее всего, он воспользовался самым простым способом преобразиться. Надел подходящий по размеру и цвету парик. Пригожин прям помолодел лет на 15 с новой прической, как меняет внешность людей наличие волос. Классное фото. Только что произошло с Иосифом. Задаются вопросом фанаты. Можно предположить, что тайну преображения Пригожин раскроет в ближайшем выпуске. Ему нужно будет как-то объяснить своей соведущей Лере Кудрявцевой, почему он вдруг заколосился. Если с прической продюсера все более-менее понятно, то причины его резкого похудения не разглашаются. Говорят, что Пригожин похудел на нервной почве после недавнего приступа, который случился прямо во время съемок. 2 недели назад ему пришлось вызвать скорую из-за проблем с давлением и онемением лица. Прибывшие на место медики диагностировали у него транзиторную ишемическую атаку. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.